Eusebio presents Electroshock on Maximum. Здравствуйте, друзья! Воскресный вечер на календаре – это частота «Радио Максимум», и именно в это время, то есть в 9 вечера по Москве, мы с вами встречаемся. Зовут меня Руслан Север, и гораздо больше своего времени я провожу в клубах в качестве диск-жокея, нежели радиоведущего в эфирных студиях. Но на протяжении последних, подчеркну, 2 лет воскресный вечер стал приятным исключением. Сегодня ровно 2 года, как мы вместе, по этому поводу принес на студию лучшее, что звучало за минувшие 24 месяца. В общем, устраивайтесь удобней. Приемники на максимум, начиная с работы начала 2006 года. Она уже крутится. Crunch от Марк Найта и Ричарда Динсдейла. Трек, напомню, звучал в одном из первых выпусков в «Электрошоке». Интерактив. А давно это слово не звучало в программе. Теперь я ВКонтакте. Ссылку на мою страницу обнаружите на сайте www.electroshockfm.ru либо набирайте в поиске «Руслан Север». Чиз. Bye.
Staples. Hi, this is Jerry Westenoff. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Peter Gelderblom, and you are listening to Electro Shock with DJ Seber on Radio Maximum.
Большое количество поздравлений приходит сегодня со всех уголков России. Спасибо, друзья. Ровно два года, как «Электрошок» в эфире «Радио Максимум». За этот промежуток времени проделана просто огромная работа. Гостями программы были практически все популярнейшие хаус-продюсеры планеты. Кстати, на следующей неделе моим собеседником станет Эрик Приец. Слушайте интервью и эксклюзивный микс. Кстати, об эксклюзивных сетах. Их было великое множество, так же, как и премьер. А могу сказать, также прокатилось огромное количество электрошоковых вечеринок по всей России и даже за ее пределами. Два года подряд мы с вами танцевали на главной арене Казантипа. В общем, хочу сказать спасибо за поддержку. Начало этого года ознаменовалось открытием лейбла Adele Records. Надеюсь, очень скоро появятся в продаже первые релизы. А сегодня на эфир принес треки, которые вызвали наибольший интерес. Можно сказать, лучшие работы. Те работы, которые, несомненно, стали классикой танцевальных площадок, такие как Les Jeans. С вами я, Север. Hi, this is Leonard from
Zorro, and hello, this is Vincent Vega. Hi, this is Boris Brown. This is Elite Force, and you're listening to the Electric Shock Radio Show, hosted by DJ Sever on Radio Maximum.
Очень яркое название у этого трека «SOS Message in a Bottle», только не дай бог его реализовать. Ремикс от Filter Funk в электрошоке на максимум позади. Бомбы танцевальных площадок двухлетней давности, согласитесь. Друзья, плейлисты, напомню, вы обнаружите на официальном сайте радиошоу по адресу www.electroshockfm.ru. Там же можно найти отчет и о проделанной работе, это MP3-архив записи. Всех выпусков доступны для свободного скачивания. К музыке вернемся после небольшого перерыва. Поздравления принимаю ВКонтакте. Руслан Север. DJ Savior presents Electroshock on Maximum. DJ Savior presents Electroshock on Maximum. Hi, this is Lucian Ford. Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Phil West. You're listening to Electroshock with DJ Sever on Radio Maximum.
Hi, this is Paolo Mojo. Hi, this is Leonard from Zono. Hi, this is Lisa. Hi, this is Wolf Lopez. You are listening to Electroshock with DJ Sever on Maximum Radio. Эта работа когда-то была моим тайным оружием, признаюсь. Она просто взрывала площадки, а досталась она мне от автора Дина Рамироса. Презентовал он мне промо-CD с 5 треками на одной из пати, где мы вместе выступали. Получил я эту композицию за год до официального издания, поэтому уже в начале 2006 года слушатели «Максимум» могли первыми лицезреть ее. Дина Рамирос, человек, который однозначно в прошлом, даже уже позапрошлом году, был самым интересным продюсером планеты. Это «Электрошок», в программе сегодня 2 года, и все лучшее, что звучало за это время, я кручу сегодня здесь. Могу сказать точно, что все не уместится в 2 часа, отведенных мне в эфире, только верхушка айсберга, а абсолютно все вы можете заполучить, если посетите архив программы по адресу www.electroshockfm.ru. Тем временем свожу следующую работу. Это трек, иногда в моих сетах можно слышать до сих пор. Великолепный шагающий прогрессив «Do the Do» от The Fontaine и JP в ремиксе еще одного хорошего друга из Англии Пола Харриса на «Максимум». You got to do.
Hello, this is Paul Thomas. Hi, this is Jody Wistanoff. This is Elise Force. Hello, this is Vangelis from Fat Jack. You are listening to Radio Maximum Electroshock with DJ Sever. Sebastian Leger from France. Hi, this is Paul Harris. Hi, this is Martijn de Velde. You're listening to DJ Sever on Electroshock on Maximum FM. We'll be right back.
кажется, какие-либо комментарии не требуются, Believe от Chemical Brothers на максимум. Это электрошок-шоу, и если вы только присоединились к нам, скажу. Сегодня устроил шумную вечеринку, и на это есть повод, поверьте. Электрошоку ровно 2 года. Ровно 2 года, как мы в эфире «Радио Максимум». В моем рекорд-боксе все лучшее, что вы могли слышать первыми за эти годы в программе. Так, к примеру, следующий трек «We Control» эксклюзивно в электрошоке в России презентовал бывший участник «The Prodigy», а ныне движущая сила проекта «Hype» Лерой Торнхилл. С вами «Север». Продолжаю листать страницы 2-летней истории электрошока. Hi, this is Tilo Garcia. Hi, this is Yusef, and you're listening to Electroshock on Radio Maximum. Раз в неделю, в воскресенье, в 9 вечера по Москве, лучшая танцевальная музыка недели звучит на максимум в электрошоке. Сегодня, замечу, программа проходит не по традиционному сценарию, и на это есть причины. Проекту 2 года. Поэтому кручу лучшие работы, звучавшие именно за этот промежуток времени. Плейлисты программы на www.electroshockfm.ru. Говорю я это для того, чтобы вы не мучили себя и меня вопросами, что за композиция звучит сейчас. Сегодня перед программой долго думал, какие пластинки взять. Очень многое хотелось прихватить, но в 2 часа это бы не уложилось. Что касается следующих работ, они у меня сомнений не вызывали. Эти шедевры, я бы сказал, бриллианты программы, делали выпуски неповторимыми. И поэтому однозначно должны быть сегодня на максимум. Я воздержусь от комментариев. Все работы вам хорошо знакомы. Просто наслаждайтесь музыкой. Для вас играю я, Руслан Север. Доступен ВКонтакте.
Peter Gelderblom. Hi, this is Lucien Ford. Hello, this is Benny Benassi from Italy, and you are listening to Electroshock, the best radio in Russia.
This is Mark Mendes. Hi, this is Paolo Mogio. Hello, this is Paul Thomas. You're listening to Electroshock with DJ Seba on Radio Maximum. I think I'll try.
This is Carl Harris from Unruh. Hi, this is Lucian Four. Hi, this is Tom Novian. You're listening to Electroshock Radio on Radio Maximum.
Это «Электрошок» на максимум. Только танцевальные треки крутятся здесь раз в неделю, в воскресенье. Вы в компании Руслана Севера, и напомню то, что гостями программы, ее героями еженедельно становятся топовые мировые музыканты и диск-жокеи. Так, в следующее воскресенье, 10 февраля, слушайте эксклюзивный микс и интервью с Эриком Придзом. У меня в запасе еще полчаса. Сегодня 104-й выпуск «Электрошока». И именно на это число выпал второй день рождения программы. Буквально через несколько минут продолжу крутить лучшие треки, звучавшие в этих 104 выпусках. DJ Savior presents Electroshock on Maximum. DJ Savior presents Electroshock on Maximum. Hello, this is Paul Thomas. Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, it's Tommy Adler. Hi, this is Yusuf, and you're listening to Electroshock with DJ Sever on Radio Maximum.
плейлисты, анонсы и, конечно же, записи всех эфиров в формате MP3 доступны на www.electroshockfm.ru. «Say Man» — работа еще от одного друга программы, кёльнского музыканта, и диск-жокея Тейл Уэста практически позади. Напомню, он отыграл замечательный сет в «Электрошоке», а данный трек сделал его всемирно известным. Лучшая из коллекции «Электрошока» в честь двухлетия сегодня звучит на максимум. Продолжаю принимать поздравления. Руслан Север, ВКонтакте.
DJ Sevier presents Electroshock on Maximum. Hi, this is Lucian Ford. Hi, this is Peter Gelderblom. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Leonard from Zono, and you're listening to Electroshock with DJ Sevier on Radio Maximum. We'll be right back.
Fantasize от Роба Мелла просто шедевр. Сколько угодно долго могу говорить об этой работе, рассказывать и восхвалять ее. С вами я, Руслан Север. Сегодня Электрошоку 2 года. Встречаемся еженедельно в воскресенье в 21.00 на максимум. Пришло время прощаться. Встретимся ровно через 7 дней. Напомню, что моим гостем станет Эрик Приц. Не пропустите эксклюзивный микс и, конечно же, интервью с этой суперзвездой. Хочу всем слушателям Электрошока сказать огромное спасибо за поддержку, она чувствуется. А общаться мы с вами можем теперь ВКонтакте. Набирайте «Руслан Север» или заходите на сайт программы, найдете прямую ссылку. www.electroshockfm.ru. Ну и если я это сегодня не скажу, я думаю, день рождения точно у программы не удастся. Мягкой подушки вам теплого одеяла, диджей Север, радио Максимум, аривидерчи. Thank you.
DJ Savior presents Electroshock on Maximum.